Сразу две специализированные выставки открылись на Театральной площади. Свои разработки представили производители из 12 регионов России. Тематика экспозиции – это энергосберегающее оборудование и строительные материалы. В условиях экономической нестабильности разработки, которые позволяют сэкономить, для многих в приоритете. Здесь встречаются партнеры, здесь встречаются производители, здесь встречаются те научные производственные идеи, которые на сегодняшний день должны работать не только в Саратовской области, но и в Российской Федерации. Этот год это для нас является тоже значимым в связи с тем, что экономические условия изменились, но темпы строительства и развития энергетики нам необходимо поддержать. На выставке Энгельская Тролза представила свою последнюю новинку – электробус. Это экологически чистый вид транспорта, который не требует топлива, а использует автономные аккумуляторы. Среди интересных разработок также передвижная электролаборатория, которую заказали саратовские энергетики. С ее помощью можно диагностировать неполадки, не прибегая к вскрышным работам. Всего на трехдневной выставке свое оборудование представят десятки компаний. У нас принимает больше 100 компаний, а учитывая, что две выставки мы объединили по срокам проведения, ряд участников, они попадают как бы в выставку энергетика, в выставку стройка. А представлено 12 регионов, это Пенза, Саратов, Самара, Волгоград, Урал представлен, соответственно, Москва.